Здравствуйте. О главных новостях в Орле и регионе расскажу я, Виктория Панина. Смотрите в этом выпуске. Мы представили продукцию нашего института плодово-ягодных культур. Плоды золотой осени. Международная агропромышленная выставка принесла Орловщине урожай медалей. Кто представлял регион на традиционном сельскохозяйственном форуме? Неоправданный риск. Более сотни орловчан сели за руль в состоянии алкогольного и наркотического опьянения. Почему водители не пугают штрафы и санкции? С того момента, как подключили городское отопление, в нашем доме до сих пор нет тепла. Обогрели не всех. Жители многоэтажки на улице Крамской жалуются на отопление. Тепло дали, но градус повысился лишь в некоторых квартирах. Кто виноват и что делать? Генеральный партнер главных новостей – кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Второй за неделю пожар случился в деревне Гать Орловского района. ЧП произошло в четверг утром. Полыхал двухэтажный дом. К моменту приезда съемочной группы спасателям удалось локализовать и потушить возгорание. В результате пожара на втором этаже выгорела комната на площади 6 квадратных метров. Предполагаемая причина пожара – это короткое замыкание электропроводки. Жители и гости столицы за 4 дня съели более 2 тонн орловских яблок. Грузовик с фруктами, выращенными в садах Орловского района, расположился на Красной площади. Гастрономический фестиваль – часть главного агропромышленного форума страны. 62 региона приехали в Москву, чтобы принять участие в выставке «Золотая осень». Она проходит в павильонах ВДНХ. 30 человек представляют Орловскую область. Виктория Юркова расскажет. ЗИЛ с орловскими яблоками на Красной площади – один из популярных экспонатов. Более 2 тонн съедено за 4 дня. Так начиналась в столице агропромышленная выставка 2019 с гастрономического фестиваля. В этом году совершенно другой формат, наверное. Помимо общения деловых контактов, которые представлены на ВДНХ традиционно, где и Орловская область представила свой стенд, и сегодня в рамках рабочего дня и прошел форум агропромышленников, и прошли рабочие встречи. И сегодня мы увидели возможность всем жителям и Москвы, и гостям. Я здесь уже вижу и наших орловских гостей, кто приходит рады, потому что Орловская область представлена на Красной площади. В этом году 62 региона представили свою продукцию на главном агропромышленном форуме страны. Он проходит уже 21 год. И хотя называется всероссийским, участие в нем принимают и иностранные делегации. В этот раз Сирия. Такие регионы, как Орловская область, как мы сегодня создаем условия для полного обеспечения продовольствием всех городов, ну и самое главное себя. Я должен отметить и поблагодарить наших аграриев сегодня на золотой осени. Премьер-министр правительства Российской Федерации Дмитрий Анатольевич Медведев наградил 2 наших аграриев. И мы заканчиваем год с рекордным урожаем по зерновым культурам. На сегодняшний день уже собрано 3 300 000 тонн зерна. Действительно, для 2 орловских аграриев 2019 год стал знаковым. Они удостоились звания «Заслуженный работник сельского хозяйства страны», а получали награду из рук премьера Дмитрия Медведева. Это за главной темой форума сегодня, основного агропромышленного форума, стала как раз тема, связанная с развитием бренда и торговой марки национальной на внешних рынках, что очень важно. Мы на всех площадках присутствуем, более 35 человек, делегация Орловской области сегодня работает. Это и фермеры, и производители, и службы наши, и департамент сельского хозяйства. Стенд Орловской области на выставке соседствовал с такими регионами, как Республика Саха-Якутия, Мордовия, Дагестан. Помимо мясной и хлебобулочной продукции, наш аграрный регион представил то, чем запомнился уже не на одной золотой осени. Мы представили продукцию нашего института плодово-ягодных культур. И самое интересное, что москвичи, когда идут, я сам лично там был, видел, они идут и смотрят, заходят в наш павильон и говорят: да, здесь яблоками-то пахнет. Говорят, яблоки пахнут, потому что действительно наши яблоки пахнут. Они своеобразные, потому что орловское яблоко – это орловское яблоко. Не зря у нас есть институт, который более 130 сортов вывел яблонь. На агропромышленном форуме премьер-министр страны Дмитрий Медведев рассказал аграриям о мерах поддержки, которые сохранятся в ближайшие годы. Государство только за 9 месяцев 2019-го выдало 300 миллиардов рублей льготных кредитов. Мы продолжаем оказывать и значительную государственную поддержку. Подходим к
оказание этой поддержки достаточно гибко. Доказали свою эффективность кредиты по льготной ставке. Мы сохраняем эту форму поддержки. Целый ряд других решений сохраняются, которые мы принимали. Но напомню, что действует теперь и льготная ставка НДС для реализации фруктов и ягод, которая вступила в силу неделю назад. Так что важных решений было принято и в этом году немало. Я рад тому, что Минсельхоз принял решение об открытии научно-образовательного центра на территории Орловской области. Мы активно включились в программу по комплексному развитию села. И те средства, которые были направлены на поддержку аграриев, около 2 миллиардов рублей в этом году, это основа для развития, интенсивного развития нашего агропромышленного комплекса. В павильонах и на открытых площадках новинки сельхозтехники и оборудования, успехи отечественного животноводства, звероводства и птицеводства, новые разработки в области кормовой и ветеринарной продукции. Такой запомнится 21-я всероссийская агропромышленная выставка «Золотая осень». Виктория Юркова, Артемий Мельников, телеканал «Первый областной». Алкоголь и наркотики водителям не помеха. В 2019 году 112 автомобилистов лишили прав. Все нарушители поставлены на учет в областной наркологический диспансер. Как правило, при выдаче водительского удостоверения, ну, лица действительно здоровые, как бы получают водительское удостоверение, но впоследствии ввиду различных жизненных обстоятельств там происходит данное заболевание, в связи с чем они периодически как бы, ну, вот, проводим сверки, устанавливаем, что вот такое-то лицо заболело как бы алкогольной зависимостью. В прокуратуре рассказали, что водители идут на хитрость и покупают поддельные права, полисы ОСАГО и талоны техосмотра на пиратских сайтах. По результатам рассмотрения судами требования прокуроров удовлетворены, доступ к интернет-сайтам заблокирован. Судьбу местного самоуправления обсудили на круглом столе в областной администрации. В нем приняли участие региональные парламентарии, а также глава районов и кандидат юридических наук. Леонид Мазалевский призвал детально рассмотреть проблему создания муниципальных округов, а также понять, насколько оправданы такие преобразования. 31 декабря текущего года завершается срок действия регионального закона, регламентирующего перераспределение полномочий в сфере местного самоуправления того законопроекта, который мы приняли еще 10 ноября 2014 года. В связи с чем нам необходимо определиться и перераспределять ли полномочия, на оставить их за органами местного самоуправления или ряд полномочий вернуть органам местного самоуправления или правительству. Напомним, в 2021 году Орловский район получит статус муниципального округа. Преобразование позволит сократить дублирующие функции властных органов, а также число чиновников и депутатов, что даст бюджету экономию в размере 20 до 40 миллионов рублей. За 2019 год Федеральная антимонопольная служба провела 300 проверок. Из них почти треть – внеплановые. Такие данные озвучили на пресс-конференции. Большинство обращений в УФАС касались незаконной рекламы и госзакупок. Очень много было заявлений, связанных с новой системой обращения с твердыми коммунальными отходами. Почему не во всех квартирах тепло? Этот вопрос управляющей компании задают жители 10-го дома по улице Крамской. Две недели батареи в некоторых комнатах остаются холодными. Мерзнут не только люди, но и домашние животные. Местные говорят, что такого неравномерного заполнения батарей никогда не было. Дома орловчане вынуждены ходить в куртках, несмотря на то, что старт отопительному сезону дали еще 24 сентября. Кто в ответе за происходящее, узнавала Анастасия Гришина. Жители дома номер 10 по улице Крамская отопление видят лишь на бумаге. Обещанное еще две недели назад тепло получают частями по 2-3 часа в день, жалуются местные. Потом вновь вынуждены доставать обогреватели. На протяжении двух недель, с того момента, как подключили городское отопление, в нашем доме до сих пор нет тепла. Батареи всегда, практически всегда холодные, нагреваются на небольшой промежуток времени. Управляющая компания на звонки практически не реагирует. В доме 162 квартиры. Тепло в многоэтажку пустили по графику, но до всех оно не дошло. Вопрос «почему?» задает большинство проживающих. Хотели бы про отопление у вас спросить. У вас оно есть? Вот только дали. А до этого? До этого совсем прерывалось. Практически не было.
Управляющая компания в ответ на обращение орловчан заявляет, что неполадки возможны. Отсутствует тепло из-за образовавшихся воздушных пробок. Здесь дом запущен как положено, но да, и временами есть какие-то стояки, которые могут не работать, потому что пока котельная свое наладит, то есть температура выйдет на параметры, это тоже время какое-то им нужно, где-то случаются аварийные ситуации, поэтому воздух в системе попадает, и возможность такая есть, что, допустим, вот где-то что стояк за воздушен. Директор управляющей компании обещал всевозможные неполадки устранить в течение нескольких дней. Анастасия Гришина, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной». Кирама Марацци стала резидентом индустриального парка «Орел». Производство планируют запустить к концу 2019 года. На предприятии создадут более 100 рабочих мест. Сегодня на территории промышленного кластера работают более 50 компаний. Леонид Мусалевский ознакомился с их деятельностью. Сегодня многие здесь именно производят промышленную продукцию. И что самое интересное и важное, оно находит место в применении. Есть рынки сбыта. Создают новые рабочие места и платят хорошую, достойную заработную плату. Закончился рабочий визит пленарным заседанием, на котором обсудили перспективы развития индустриального парка и вопрос налогообложения. Рассылка налоговых уведомлений в регионе завершена. За прошлый год имущественные налоги начислены более 600 тысячам плательщикам. Треть из них долг погасила. В бюджет уже поступило более 400 миллионов рублей. Такая информация была озвучена на прошедшем брифинге в налоговой инспекции. С этого года изменилась форма налогоуведомления. В нее добавились реквизиты платежа. При этом отдельная платежная квитанция, как это было ранее, не прикладывается к налоговому уведомлению. То есть в самом налоговом уведомлении содержатся реквизиты платежа, размещены штрих-коды, по которым можно и произвести оплату. Специалисты напоминают, оплатить имущественные налоги необходимо до 2 декабря. В библиотеке Бунина прошла встреча с известным историком и публицистом Александром Музафаровым. В рамках проекта «1919 год. 20 лет российской истории» Музафаров прочел лекцию на тему «Белый воин и красноармеец». Из кого состояли армии гражданской войны? Сегодня с этой лекцией мы попробуем не сколько разобрать сами военные события, какая дивизия, какой город брала и защищала, а поговорить о том, из кого же состояли красные и белые армии. Александр не стал акцентировать внимание на истории гражданской войны, а сосредоточился на судьбах людей, принимавших участие в конфликте. В лекции прозвучали различные легенды и факты о Красной гвардии и Белом движении, призванные раскрыть участников войны как личностей. Новая лекция в рамках проекта состоится 13 ноября. Ее проведет профессор Московского педагогического госуниверситета Василий Цветков. Делать добро – образ жизни. В Орловской области начала работу школа волонтерского актива «Точка отчета». Первые уроки провели сегодня на базе детского санатория «Орловчанка». В качестве учителей выступили те, кто давно участвует в добровольческих инициативах. Учеников набралось около 100 человек. Волонтеры-лидеры поделились опытом своей работы и обсудили с новичками проблемы. Стоит отметить, что мероприятие организовано в рамках регионального проекта «Социальная активность» нацпроекта «Образование». Среди слушателей был и Сергей Прошкин. Одни занимаются поиском пропавших, другие помогают пенсионерам, третьи ухаживают за больными. Этих ребят объединяет одно слово – добро. Вернувшись домой, ребята смогут развить деятельность своего волонтерского мнения на базе образовательной организации. Они сегодня выберут конкретные направления, по которым они будут реализовывать свою деятельность. Возможно, задумаются о партнерстве, с какими учреждениями они будут это реализовывать. Волонтеры-лидеры объясняют начинающим основы добровольчества. Темы разные. Как правильно вести себя в различных ситуациях, как взаимодействовать с органами правопорядка и оказывать первую медицинскую помощь. Сегодня у нас здесь собрались ведущие школы, вузы и СУЗы города и даже области, которые приехали сюда, чтобы узнать, что такое добровольчество, какие есть возможности и как можно развиваться в разных направлениях. Итогом совместной работы станет объединение всех волонтеров в одну большую команду единомышленников. Добровольчество – это когда ты по зову сердца делаешь поступки, которые нужны другим людям. Сергей Прошкин, Алексей Нескин, телеканал «Первый областной».
В этом году в гости к журналистам пятый раз пришли дети. На этот раз воспитанники Тельчинской школы-интерната. Они, кстати, были участниками гала-концерта «Мечты Черноземья». Первый областной выступал одним из информационных партнеров. И именно там дети высказали желание увидеть телевизионную кухню изнутри. Так что одной из бывшихся мечтой стало больше. 10 учащихся познакомились с работой телеканала, побывали в студии, увидели работу ведущей перед записью программы. Далее в монтажном комплексе посмотрели, как собираются новости и монтируется программа. Очень много. В интервью губернатора писали три камеры. На каждой камере вот одна камера, вот вторая камера, вот третья камера. Вот их попеременно переключают, да, но это все сводится вот здесь на монтаже, на дорожке. Вот, здесь печатается. Напомним, Первый областной, помимо основного продукта, главных новостей, также выпускает программы собственного производства. Это программы «Персона», «Актуальное интервью», «Время закона», «Первое правительство» и другие. Сюда на телеканал ребята хотели давно, потому что у нас действует несколько студий своих, скажем так. Ребята ставят сценки, драматический театр, кукольный театр, есть теневой театр. И вот эта игра света, которую они пробуют, пытаются сделать на ставе, скажем так, представления кукольного театра, это игра света, которую сейчас показали тоже в студии. Подписывайтесь на нас в социальных сетях и заходите на сайт obl1.ru. Главные новости нашего региона и на экспресс-радио «Орел» на 104 FM. Выпуски по будням каждые полчаса с 6 утра до половины 12 вечера. На этом все. Я прощаюсь с вами. До встречи. Можно хранить деньги под матрасом. Можно в банке. А нужно хранить деньги в сберегательном союзе. Надежно, выгодно. Ставка 12,6% годовых. Звоните 22 20 67. Распродажа шуб из Пятигорска с 7 по 13 октября в кинотеатре «Современник». Норка от 40 тысяч рублей, мутон от 10. Акция «Меняем старую шубу на новую». С 15 по 20 октября свежий улов прямо с Камчатки. Нерка, чавыча, красная икра, белорыбица. Территория возле Боговенского собора. Павильон «Икра и рыба камчатская». Здравствуйте. Время прогноза погоды на Первом областном. С вами Екатерина Ясная. Тучи убаюкают солнце, оно будет спрятано от наших глаз целый день. Зонт держите в эту пятницу наготове. Подробнее о прогнозе расскажу прямо сейчас. В Амценске небольшой дождь, хмуро и серо. Днем, на удивление, тепло. Плюс 12, ночью 7 тепла. В Ливнах осадков не будет, но все равно пасмурно. Температура плюс 11 днем, ночью плюс 7. В Болхове небольшой дождь, облачно, плюс 11, ночью плюс 7. В Орле плюс 11, промозглые моросящие дожди практически без перерывов, плюс 8 ночью. Ветер западный 4-5 метров в секунду. Атмосферное давление совершенно нормальное, 746 миллиметров ртутного столба. Такой немного унылый прогноз на любимую всеми пятницу. Оставайтесь с Первым областным. Наши партнеры. Кредитный потребительский кооператив «Сберегательный союз». Сбережения под высокие проценты. Ставки до 12,6% годовых. Все сбережения застрахованы. Клиника гармоничной медицины в честь открытия проводит акцию с 1 по 30 ноября «Здоровая нация». На все виды медицинских анализов скидка 15%. Бульвара Победы 2. Одеть всю семью сразу можно в магазине «Планета одежда обувь». Ваш любимый семейный магазин. ТМК «Грин», Крамское шоссе, 23, цокольный этаж. Гипермаркет-линия на Карачевском шоссе, 74, второй этаж. Неиссякаемый всем энергии и прекрасного настроения. До свидания. Что это они? Алло, Сберегательный союз? Сбережения под высокий процент принимаете? Конечно, принимаем. Все сбережения у нас застрахованы. Тогда выезжаю. Сберегательный союз. Ставка 12,6% годовых. Звоните 22 20 37.
Добро пожаловать в клинику гармоничной медицины. Для вашей семьи лучшие доктора, передовые технологии и доступные цены. Клиника гармоничной медицины. Новая мелодия вашего здоровья. Бульвар Победы, дом 2, телефон 78 38 18. Быть стильным теперь в моде. Магазин «Планета одежда обувь» приглашает за покупками. Обновление товара два раза в неделю. Самый большой магазин самых низких цен. «Планета одежда обувь» – ваш любимый семейный магазин. ТМК «Грин», Крамское шоссе 23, цокольный этаж. Гипермаркет «Линия» на Карачевском шоссе 74, второй этаж. «Планета одежда обувь» – модно, не значит дорого.